Привет, дорогие зрители! Этот грим очень простой и справится даже начинающий. Мне понадобятся следующие продукты. Проволока, латекс, искусственная кровь, грим-краска и кисточки. На нос на желаемое место я наношу латекс. Сушу веером, но чтобы быстрее, можно и феном. Но лично мне не нравится поток горящего воздуха в лицо. Затем немного гримирую и делаю разрез. По краям решаю оставить нетронутым, поэтому снова наношу латекс. Начинаю разукрашивать изнутри. Добавляю немного ваты, это придаст структуру. Далее намечаю латексом места для проволоки. Затем отмеряю нужную длину и делаю 4 заготовки. Между тем выравниваю переходы на носу. Делаю отверстие, вставляю проволоку и закрепляю латексом. Повторяю то же самое с остальными. Затем с помощью плоскогубцев зацепляю за нос. Осталось лишь разукрасить. Последние штрихи в виде искусственной крови и готово. Ставьте лайки, подписывайтесь, если вам понравилось видео. До следующего раза!